фильме бесподобно все это сделано. И кофе, и капли, и ну, очень много вот такого визуально-художественного. Просто как раскадровки, это можно как постеры вешать, просто это красиво. Но если уже такой гротеск был, и все было доведено до такого уже гипертрофированного абсурда, вот вам не показалось, что сцена с мальчиком, который предложил ему отсосать, вот этой девочке, да, была как-то мягко сделана? Вот я ожидала, что это как Жерминаль. Она сейчас выйдет, и у нее в руке окровавленная волосатая плоть. А у вас там как-то так чуть-чуть бровка покорябана. Зрительские претензии. Вот как-то выбивается вот это из контекста фильма. Как вы на это ответите? Возможно, да. Что-то вы там помягчили. Но идея была, соответственно, сделать, естественно, такую шутку или поворот, чтобы когда она выходила, вы не сразу понимали, как бы, сделала она это или не сделала. И только возвращаясь назад, мы поняли, что все нормально, все-таки она как бы... А потом там все-таки все кровавое месиво, оно происходит в квартире. Квартира как-то очень так густо задрапирована, в таких густых темных тонах. Там даже вот штора-то слетает в последний момент, когда уже все действие, собственно говоря, обнажается, уже, видать, не о чем говорить. А все, что вокруг, ведь это как бы достаточно реалистично снято. Там, мне кажется, вот эти чрезмерности были как раз и ни к чему, потому что это вот как бы та жизнь. Ну, просто каждое преступление определенным образом должно быть наказано. Если вот эти все герои за свои преступления вот так кроваво умирают, то вот это вот предвкушение вот такого, это тоже преступление. То есть вы решили, что его тоже... Его да, тоже надо, да, там тоже должно было быть больше крови, больше всего. Такое невинное желание молодого человека, вот тоже надо было. Да, но он гораздо мягче просил. Кирилл, спасибо за кино. Вопрос по фактам. Вы сказали, что название сослужило плохую судьбу в российском прокате, а вот на Западе к такому названию отнесутся более толерантно. Я проверил по IMDb. Сейчас там написано, что фильм должен называться «Why Don't You Just Die?» «Куда пропал папа?» Там смысл в том, что тоже это отдельная история. У нас западный первый фестиваль, на который мы отправляли фильм, он был раньше, чем мы еще закончили в России. И мы очень долго обсуждали, там еще тоже вопрос был с рейтингом и с Министерством культуры, с возрастным рейтингом, я имею в виду. И мы долго думали, потому что они попросили нас... Это было так. Министерство культуры попросило нас поменять название, если мы хотим рейтинг 16+. Потому что как бы 16+, это кроваво, но ничего другого там в фильме нет. Там никто не пьет, не курит, ни сексом не занимается. И мы очень долго думали вот эти два года, от 16 до 18+, насколько они для нас важны. И пока думали, надо было срочно отправить на западный фестиваль. И так получилось, что у нас, короче, разные названия. На английском одно, но там все пишут в скобочках, обычно на всех, по крайней мере, фестивалях и смотрят, там в скобочках написано «Папа сдох». Вот. Вот. Ну, я, знаете, буду тогда подводить... Ну, так, сейчас, может, скажу еще, отвечу. Там действительно, ну, как-то... И, собственно, на самом деле, понимаете, и кино, в общем-то, об этом и подтолкнуло именно, да, снять такое кино тем как раз вот этого общего неприятия и ожесточения, которое существует в российском обществе, да, и нежелание что-то принимать или прощать, или как-то легче воспринимать, и, в общем-то, да, от чего все герои, как бы, и семья, в общем-то, тот круг, который должен друг друга максимально оберегать и защищать, они, в общем-то, начинают жрать друг друга, да, в буквальном смысле. И, в общем-то, собственно, вся реклама, прокат и реакция на фильм, она, как бы, ровно и подтверждает то, что абсолютно недоверие к российскому кино, да, то есть там по названию сразу, русское кино, Министерство культуры и «Папа сдохни», все, вот это сочетание, оно просто всем мозг взорвало, и там на нас полилась волна ненависти до того, как еще хоть что-то про фильм стало известно, и появился первый трейлер, вышел трейлер, ну, то есть и так далее, да, а на Западе понятно, что вот этого контекста и отношения к российскому кино нет, и общество находится, видимо, в каком-то другом эмоциональном состоянии, и там гораздо легче и ироничнее ко всему этому относится. И, ну, собственно, вот так. О, музыка долго и мучительно, потому что на самом деле у нас в итоге два композитора и очень много разной покупной музыки. Потому что, опять же, из-за того, что там есть разные жанровые отсылки, и, соответственно, хотелось музыкально тоже вот эти ниточки протягивать. И
например, много от Серджио Леоне, да, и вот музыка вестернская, это на самом деле классная штука, потому что есть, могу рассказать вкратце, если интересно, есть, когда снимались там в 60-е, 70-е вестерны в Голливуде, для фильмов писались в их классных студиях огромными оркестрами саундтреки. Но очень много музыки, которая писалась в то время на тех инструментах, в фильм в итоге не входила. И эта музыка потом попадает в библиотеки, которые лежат, и они открыты по правам, то есть ты можешь ее купить. И в итоге, и причем за очень небольшие деньги. Но это музыка, которая записана в очень хороших студиях, да, настоящими симфоническими оркестрами. Вы работали с такими библиотеками. Да, и мы работали, и вот, то есть, вот именно вестерны мы сначала попробовали написать, но это было все это слышно, что это новодел, это не работает. И в итоге, когда наткнулись, то, что ты получаешь на самом деле аутентичную музыку 70-х, записанную на тех инструментах, которые звучит вот ровно так же, как так в то время писал Морриконе. Просто Морриконе, понятно, что по деньгам он совершенно космический. И то, что такую музыку есть вложено, это как бы дает совсем другое качество звучания фильма, да? Ну и плюс там дальше еще просто такая сборная солянка, тоже как бы жанрово по-разному нас настраивающая. Так, вы уже третий вопрос задаете. Завершающий. Давайте. Кирилл, мне интересно, как вы сами оценили свой фильм «10 баллов шкале». Ой. И если это не 10 баллов, то что можно было бы сделать лучше? Может быть, слушай, ну я же не сумасшедший, чтобы свой фильм на 10 баллов оценить. Я, к сожалению, его уже, ну, учитывая то, что как бы автор сценария, режиссер и еще режиссер монтажа потом, да, и я фильм в итоге видел уже такое количество раз, что я его не могу воспринять вообще как кино. То есть он у меня, когда я его смотрю, у меня развалится на какие-то технические элементы, все, и это была на самом деле тоже отдельная история, потому что когда мы первый раз его на широкую публику показывали в Выборге на фестивале, и на полный зал было очень дико страшно, потому что ты, на самом деле, внутри уже не очень понимаешь, у тебя правильно вообще расставлены акценты, у тебя правильно работает ритм фильма, правильно ли там, где надо, люди отреагируют или нет. И вот я сейчас не был у вас в зале, скажите, пожалуйста, первая громкая реакция была на собаку? Нет. Когда он сказал, собаке хватит, или что-то другое? Да, ну, в общем... Короче, смысл в том, что там есть какие-то реперные точки внутри фильма, которые вот там точно 100% работают. То есть, вот, например, когда Оля втыкает нож в Матвея, зал всегда делает так. Это всегда, да? То есть всегда, когда там падает молоток и камера объезжает, там всегда так смешки прорывают. Ну, то есть, и когда ты понимаешь, что вот это начинает работать, все, что ты закладывал, все работает, все хорошо, ты только по реакции зрителей на самом деле понимаешь, что тут, вот кино получается или получилось. Но с точки зрения, как бы вот сесть сейчас как зритель, должно, наверное, пройти не один год, чтобы я смог его как-то отстраненно оценить и воспринять вообще. Ну, тем не менее, Кирилл уже в новой работе, насколько я понимаю, да, прям завтра уже что-то такое происходит, связанное с подготовкой, с пробами, кинопробы. Уже есть сценарий, и хотя бы в общих чертах, что это, новая игра в жанр, новый жанр или вообще ничего. Это будет нового. Оно будет более, с одной стороны, доброе кино, с другой стороны, более драматичное, потому что там не будет смерти и убийств. Это будет приключенческая история, фильм-погоня практически, про трех женщин, три поколения женщин из одной семьи. Сегодняшней нашей жизни. Да, девочка, мама и бабушка, которые, собственно, гоняются друг за другом, и вот мама с бабушкой делят девочку. И это, то есть, с одной стороны, она будет более легкая, потому что никакого насилия, в общем-то, там не будет, но сам вот этот семейный узел и болевые точки, они... Вот по стратегии, так сказать, вашей карьеры, так это назовем, в этой картине вам важно было показать все, что вот вы можете... В этой? Да, продемонстрировать, так сказать, ну, некие навыки того, что потом, может быть, мне кажется, в этой даже... медленно по частям использовать. Честно говоря, вот про как раз, может быть, честно, восприятие, честно, которое я сейчас уже так пытаюсь осознать, мне кажется, он перенасыщен, и очевидно, что можно было как-то более... как бы строже относиться и минималистичнее к каким-то выборам, потому что... Но здесь как синдром первого фильма, потому что я 8 лет, в общем, там, начиная там, снимал короткие метры и очень долго пытался запуститься, и это на самом деле не первый полный метр, который я написал. То есть сценариев было еще очень много, и как бы... А когда вы закончили курсы, вот курс Владимира Ивановича? А смысл в том, что я... Когда шел на курсы, так, у меня уже было несколько полных метров, я уже с ними брыкался, понял, что мне просто сценарий, нужно сценарий, да, интегрироваться в киносообщество, да, и поэтому поступил. И, то есть для вас это был способ, способ познакомиться, да, с продюсером и как-то... Понятно, войти в этот... Да, ясно. И смысл в том, что ты вот 8 лет
на разных этапах ты очень много бьешься, но как бы все время обламываешься и никак не можешь дойти до того, чтобы наконец-то сделать это, да? И вот здесь, естественно, когда вся эта штука стала понятна, что вот она уже происходит, и мы вот делаем этот фильм, ну, здесь, конечно, башку снесло, и там, ну, как бы, с перебором. Ну, будем завершать. Я хочу рассказать вам одну историю, короткую, связанную с тем, как Алексей Герман свой фильм «Проверка на дорогах» показывал в Голливуде. Это его история. И он рассказывал, что фильм смотрели как-то напряженно, может быть, виловато. И вдруг в одном месте раздались аплодисменты. В самом неподходящем месте, потому что ну, он-то ориентировался и думал, что зрители сориентированы уже на какие-то, так сказать, смысловые, так сказать, вещи, которые открываются. И он не мог понять, что произошло. Потом, когда фильм закончился, к нему стали подходить маститые кинематографисты и говорить: «Мистер Герман, вы гений, вы гений». И потом до него дошло. У него в фильме «Проверка на дорогах» есть эпизод, когда раскаленный автомат во время нападения партизан на железнодорожную станцию падает в снег, и снег начинает таять. В каталоге голливудских гэгов такого не было. Они оценили его как человека, который придумал новый химический элемент в таблице Менделеева. Понимаете, что такое аттракцион, что такое гэги? Это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что жанровое кино иногда очень точнее отражает действительность, нежели какие-то авторские высказывания. Когда снималась «Бриллиантовая рука», никто не предполагал, что эта картина станет энциклопедией советской жизни. Хотя Гайдай, в общем, снимал ее довольно пародийно. Многие пародийные ходы этой картины сейчас просто непонятны, потому что ушла реальность. Но, тем не менее, вот этот налет такой пародийности, он, конечно же, в картине остался. И это всего лишь жанровое легкое кино, за что Гайдай всегда как бы профессиональные кинематографисты, киносообщества недооценивают. Вот не буду делать никаких выводов, просто пожелаем Кириллу Соколову вот в этом, так сказать, промежутке между высоким в Голливуде, непонятым или наоборот, как-то конкретно понятым, и вот этой судьбой, за которую никто не видит большого серьеза, выжить, состояться и снимать хорошие, яркие, интересные картины. А вам благодарность, наша аудитория, посмотрите, какая разнообразная. Я не думаю, что так много людей в таком большом разнообразии встречались в кинозале. Спасибо вам большое. Завтра у нас 18 часов самая неожиданная картина нашей фестивальной программы. Называется она «Человек, который удивил всех». В главной роли Евгений Цыганов. А вторую женскую главную роль играет Наталья Кудряшова, которая за эту роль получила в Венеции в прошлом году в приз за лучшую женскую роль. Наталья завтра прилетает, она будет представлять картину. А режиссеры фильма, это супружеская пара Алексей Чупов и Наталья Меркулова, как я понял, сегодня вечером будут в программе Бориса Бермана на Первом канале. Так что они смогут вас тоже ввести в контекст своего фильма. Спасибо.